Здравствуйте, на канале День из интернета. Перед просмотром попрошу поставить лайк, подписаться на канал. В этом видео расскажу вам о игре Clickfight, как на ней заработать и как могут даже зарабатывать дети. На данную игру можно зарабатывать и играть как с телефона, так и с ПК. Итак, поехали. Ссылка на регистрацию будет в описании. Также у нас есть телеграм-канал, где мы разные аирдропы выпускаем, разные всякие фишки, получение разных игр и также получение NFT. Итак, данная игрушка Clickfight. Вы сначала, регистрация там банально простая. Покажу также вывод и как я буду выводить непосредственно. И сколько я вывел и заработал. Здесь данный заработок сатоши биткоина. Вот, нажимаете на daily. И то есть каждый день вы играете и вы тогда зарабатываете. То есть вот, NIPS. Это что это значит? Kill 35. То есть мне нужно убить 35 мобов. Вот когда я убью 35, вот я убил 5, то я получу 5 сатоши битка, 1000 криптусов и 10 тысяч кредитов. Итак, каждый день будет увеличиваться мой доход по плане сатоши битка. Вот, и каждый уже 6, 7 и так дальше уже буду зарабатывать по 25 сатоши биткоина. Вывод от 10 сатоши биткоина на кошелек FaucetPay. Я сегодня все покажу, расскажу. Итак, как еще можно зарабатывать? Можно зарабатывать, вы улучшаете, это как бы типа вы летаете в космосе, убиваете всяких вот таких вот разных мобов, нажали старт атак. В инвентаре вот такие вот разные пушки, которые увеличивают вашу атаку и вашу мощность по урону. Также здесь можно увеличивать ваши хп жизни. Еще что касается заработка. Помимо заданий, то что вы выполнили и зарабатываете, тоже нажимаете вот такие всякие штуки. И за это, то что вы будете собирать, тоже иногда бывает выпадает сатоши там биткоина. Также плюс помимо этого, когда написано лид, и например краулер или лид бэкдор, то вы за это все тоже, что вы убиваете этого босса, вы получаете непосредственно сатоши биткоина. Вот. Ставите сюда пушки своеобразные, поначалу у вас их будет мало, 8 штук, кажется, или 16, и их можете купить на шопс, заходите и приобретаете. Приобретаете за кредиты, это патроны, аммо, вайпаунс, вот это пушки. Я непосредственно советую покупать так БН-2, потому что БН-3 можно с БН-2 получить БН-3, а криптусы уже потратить на улучшение вашего непосредственно такого, так скажем, кораблика, который можно будет поставить еще больше пушек. Вот. Также сейчас происходит Black Market, то есть черный рынок. Он очень часто довольно-таки появляется. Это способствует тому, чтобы вы еще больше могли прокачать свой, скажем так, ник. Все люди, вот эти вот с кружками, это реальные игроки. За убийство реальных игроков вы тоже получаете сатоши биткоина, но я не рекомендую их убивать, так как все, как правило, состоят в клане, и они, как правило, будут сильнее вас, и потом вам не дадут спокойно играть, поиграть даже в данную игрушку. Ссылка на FaucetPay кошелек тоже будет в описании, естественно. Вот, это Kraken, то есть это те штуки, которые, когда вы убиваете, вы будете получать определенные вот эти вот Event Coin, который можно потратить в Black Market и приобрести ту или другую пушку или щит для увеличения жизни. Вот у меня на данный момент пока 55, бо я редко захожу играю, но вам как возможный заработка я вам покажу. Вот. То есть можно, и она, кстати, намного дешевле, чем, например, купить ее вот здесь вот в магазине. То есть тут надо 7000 криптосов. А тут всего-навсего 20 коинов. 20 коинов этих эвенкоина очень легко заработать. Итак, то есть вы вот играете, получаете кредиты, за кредиты тоже там можно улучшать внутренние показатели, то есть урон, жизни, критический урон, вот, больше там защиту, получение опыта, то есть все эта штука здесь есть. Вот, вот здесь можно крафтить, то есть если, например, у меня было бы еще 3 флоппи диска, и, ну, хард-диска у меня, конечно, очень много, то тогда я мог бы, например, закрафтить вот эту бенд-третью. То есть бенд-второй делается бенд-третья. То есть по увеличению уровня появляются еще вот такие вот штуки. То есть
можно крафтить. Это совсем недавно появилось, но это все-таки реально это сделать. Итак, переходим дальше и пробуем. Вот, нажали себе. То есть, чем дальше у вас уровень будет, тем больше вы сможете, то нажали, и в них больше жизни. И можете вторым там на крайнике клацать, заниматься какими-то там делами. Он будет его, конечно, лучше. Что касается непосредственно самого вывода. То есть, если будут какие-то вопросы, у нас есть еще внутренний клан БСС, где мы альянс, где мы общаемся, объединились с кланом, с моим другом Алексеем. Ассоциация, то это чисто чат нашего клана. Также у нас есть чаты в Телеграме. Если у вас какие-то будут вопросы, вы можете обратиться. Как попасть к нам в клан БСС? Вы нажимаете ассоциация, и здесь вас будет вбить БСС в поиск, и естественно вас добавится. Вот у нас сейчас 16 человек. Вот это ассоциационный лист. Ну, то есть это наши все ребята, кто где, когда, как играет. Вот, это более внутренний клановский. Чтобы вывести, например, сатоши биткоина, вам нужно прокачаться до 8 уровня хотя бы. Вот, я рекомендую до 10, так как дальше уже там проще все будет намного. Вот, и тогда вы сможете вывести. Как вы делается вывод непосредственно? Заходите на FaucetPay, нажимаете депозит, копируете адрес биткоина. Заходите назад в игру ClickFight. Потом нажимаете на Crypto and More. Нажимаете потом Payout. И вот видно, да, то есть можно напрямую. Это 40 тысяч сатошей, комиссия 8 тысяч. И вот FaucetPay от 10 сатошей и плюс, ну, выбираете здесь 2% комиссии. Сюда вставляете свой адрес, вбиваете количество сатоши биткоина, так как у меня 1001, то я напишу сюда 1001. Вот, нажал 1001, нажимаю сюда. Итак, все, вот нажал я, сразу оно чего-то не захотело выводить. Оно показало, что в течение 48 часов, но как правило этот вывод происходит в течение там 10-15 минут. Немного подожду и уже, естественно, ставлю запись на остановку и уже покажу непосредственно уже сам вывод на кошельке FaucetPay. Вот этот переход, то что я вам говорил, 980 сатоши биткоина, то есть они взяли 2% на комиссию, и вот оно пришло буквально через там 15 минут. Оно уже засчиталось, то есть у меня есть это все уже на кошельке. Выводы переходят. И сейчас я вам покажу все свои выводы. Вот мои выводы, то есть 1000 вот сатошей, то что я недавно подал в обработке. Вот я выводил 3864 сатоши, 129.78. Ну то есть здесь заработать можно, это не проблема. Играете, убиваете литов, разных вот этих вот кракенов. Даже если вы, например, я нажал, уйдете, то есть за ту долю, которую вы набили, вы непосредственно получите тоже свою награду. Даже если вы вышли или у вас убили, то есть неважно. БВС это зеленым, то что светится, это я с ним состою в альянсе. То есть, как бы сказать, союзник. Без ничего, это простой человек. Вот. Но я не рекомендую их убивать, потому как я говорю, если он добавится в какой-то клан, запомнит ваш ник, потом вам не дадут спокойно побить мобов там и нормально спокойно поиграть. Что еще хочу добавить по поводу игры? Многих людей она затягивает, игрушка довольно такая простая. Иногда некоторые есть моменты, которые нужно тут понять, тогда разобраться. Вы можете писать в комментариях, вам всегда отвечу, помогу, подскажу, как выйти там, например, на меня или со мной на связь. Или там с ребятами можете в альянсе, те, кто часто играет, вам обязательно помогут и подскажут. Спасибо за просмотр, не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока!